Ну пиздец. Ну пиздец. Все как обычно. Все еще лучше, чем я думаю. Смотрите, у меня появилось кольцо из белого золота. Ну что, как говорится, не насосала, а подарили. Машину, квартиру, игрульники на мобиле. Не, что, правда, подарили. То, что я такая хорошая, наконец вернулась к Владимиру. Что он очень скучал. И захотел мне сделать приятное. Давно хотела кольцо из белого золота. Еще сказал, может быть, сережки купит. Тоже я хотела. Бабла у меня так и нет. Ни копейки. Сейчас зашли в интернет-клуб. Я попыталась выложить видосы, нихуя не получилось. Мохнатая деревня. Мохнатые дебри. Фигелин, Геленджик. Блин, еще в Сочи поедем только на пару дней, походу. На чуть-чуть. Ну и ладно. На чуть-чуть тоже хорошо. Хотя, может быть, будем сильно думать, чтобы не на чуть-чуть. Хорошо, буду сильно думать, верить, что хотя бы на недельки-две буду я еще в Сочи жить. Город изучу. В общем, не хочу в Геленджик больше сюда возвращаться. Потом еще были разговоры об Абхазии.